Здравствуйте. 7 мая, 12 лунный день, созди Дия с элементом железа. День высших сил, благоприятный для ритуалов относительно элемента огня, духовно-просветительской деятельности, освящения третьих священных объектов, размышления, медитации, почитания хозяева местности, обучения высшим и точным наукам, занимать посты, принимать учения, обеты невесту, сотовстве, проведение праздников, радовать людей, посадка семян деревьев, работы с деревом, устранение негативных проявлений. Ребенок, родившийся в этот день, будет наделен стремлением к высоким целям, мудрым, нравственным, будет иметь желание помочь всем существам. День неблагоприятен ставить ребенка на ноги, передавать войска, строительство нового дома, здания, приобретение животных, проводить операции прижигания кровопускания и иглоукалывания. Благоприятен для людей, родившихся год собаки, тигра, неблагоприятен годам зайца, курицы, мыши. Илгинском Сукчендуване, Хурал Алтынгарал, Намстрае, Дынкурдуване, построение мандалы продолжается. Лусут с 8 часов утра, Диважендуване, Дамдин Джамсрен. Будьте щедрыми.